Андрей Сергеевич. Я считаю, что власть поставила целью избавиться от нас, детей войны, как можно быстрее. Вот 2000 остается в кармане на месяц, вот и живи как хочешь. Поставить их на всех перед фактом, что, ребята, не издевайтесь над народом. Мы отдали, мы прошли войну. Каток войны прошел у меня, допустим, я вырос на Украине, кушать хочется. Мама говорит, сынок, иди, он бурьянчик. По весне такая роса, он серый, нарвал бурьяну. Мать его сварила, поклевал его и в школу побежал. По 10, 11, 13 месяцев в море пахали, добывали рыбу, чтобы накормить страну и поднять экономику страны. Ну и что? Подняли мы. И вот сейчас 12 тысяч пенсия, и вся эта нелегкая. И нас еще пытаются драть по всем статьям. Освободить детей войны от всех поборов, придумывая их нашим думой, правительством и всеми, кто только над нами не издевается. И не может дума поменять. Президент имеет сам власть. У него, как пишут рейтинг, 85%. Да кто ж тебе мешает тогда заниматься управлением государством? Выдай каждому пропуск. Вы освобождили на всю оставшуюся жизнь, сколько вам Бог послал, от всех поборов российской власти. Господин Путин или президент Путин. Все. Ведь дают нам, осталось нам несчастные там 8 или 12 миллионов, которые еще не вымерли. Дают нам удостоверение, и мы живем на эту пенсию хоть более-менее свободно. Ну, 12, 14, ну, там 5 тысяч деревнях платят, 7 тысяч деревнях. Ну, куда жить на них можно? А вот сегодня, кстати, появилась одна хорошая идея. Пушкарева там красивый коттедж, говорят, есть, построили на самом ключе. Я предлагаю его реквизировать, пока там судьи будут все, и реквизировать. Потому что построены ворованные деньги, все. И отдать его детям войны. Насытите его там всякими лечебными препаратами и туда очередь сделайте раз в год на 24 дня ветерана, дети войны, там проходят профилактику, красивое там место, сахарный ключ, там же красивый воздух, там все красиво. Вот давайте сделайте добро для людей, сделайте добро.